Да, я еще зашел вообще в самую игру. Долго дружусь. Самый первый не стоит. Фурия решил покруче стать. Ну, у нас слабая гильдия, вы сказали. Пацаны, а у нас сейчас все здесь или нет? Наверное. А что, есть паки, которые не участвуют там в ПВП? Сейчас все здесь или нет? Да. Вставайте тогда сюда, к нашей куче все. Это не будет бой 12 на 12, как бы получается. Это будет реально, блядь, мясо на мясо. Ясно. Так что давайте все подтягивайтесь, кто там матрас, кто стоит сейчас. Ну все, тогда, ребят, меня тоже подождите, потому что я, ну, окей, меня шли, я тоже часть лифтового разузнали, они тоже собираются 12 на 12 уже. Так в смысле, их тоже 12, как собираются, прям. Так их 12, а нам-то насрать. Ну, как бы не очень. Сейчас, не надо. Это место, которое остановить потом будет очень тяжело. Ну харе! Врывайся в них, подружок. Немец, за какие драться будете, пока они в трусы не оденутся? Ну да, как же. Так вот и надо. Хуя. Ну что-то каждый их, по-моему, побольше, да? Их побольше, да? Нет, они просто так стоят. У нас бестеры есть. Блин, нас... Я один. Даже у меня сказал масло. Пацаны, главное не делиться на две кучки. Надо все, ну, насколько понимаю, мне кажется, надо просто одну толпу вырезать, а потом вторую. Да-да-да, все. Одним кулаком надо действовать, тогда, ну, хуйни не будет. Это как веник. А благо, они думали, у них калькуляторы половину повылетают. Так, у нас наши тапки. Железо, просто железо мощное. Так что? Это 12-12 или за место? Массовый. Тут у нас видюхи, титан стоят. А, куда они вышли, занимаю? Дурак, а ты не бери там чел, он левый бьет. Чем ты туда лезешь? Что ты делаешь? Сица хочет. Там совсем другой чел, он наш. Он уже просто вообще, он просто хочет. А мне кажется, нас вначале было больше. Я пока что все. Есть ли у кого место в пайке на 9-м канале? Че, у нас все на 9-м сейчас? Я еще вот так сейчас хожу. Фури спрашивает, торнадо спустил, помогать. Блин, да, да, да. Меня уебашит. И пишет, еще Килю позвали. Я на 6-м, на 9-м пока перейти не могу. Пати не беру. Ты не перейдешь, киньте пати, мы садимся к тебе. Ну вот я. Короче, они пишут на минуту сбора. А так, 9-й канал, а так все. Я честно, Ну, достаточно. Их 12. 12. А надо
Да там они что-то. Там ряду просто ничего. Что там удар, типа? Да,
нас на самом деле не 12. Ну так они иначе, мы должны успели собраться. Либо пускай не собирались, как мы будем делать. Я не знаю. Они так же у нас 30 секунд. Мы-то огня читали 30 секунд, цепь понеслась. И раз мы побежали, стрелили там. Раз цепочки, вешечки. Вот посмотрите, что они пишут. Понятно, я сразу. Я записал. Слышишь, немец? А? Не отвечаешь. Вы смотрели сынушку убитого, нет? Это надо на форум выложить. Да. Бля, надо было подождите, это было толпой лежали. Давайте групповую фото, пацаны. Фотка и вся. Сестра, меня сестра заграждает. Вот. Ты фоткнула? Пацаны, чуть-чуть разбредитесь в сторону, так, ну, чтобы поместились все, а то получается как-то. Где нас? Я поближе к сиськам. Я тоже поближе к сиськам. Так, давайте я как бы сестер встану. А блин, мы тут как-то стоим, так непонятно. Пипида, подвинься, сестра стоит рядом. Блядь, ну чья тут секира такого? Во-во-во, слышишь? Юкима сам обладатель самой огромной секиры и жопы на сфере. Мисс большая жопа. Ну конечно, вы завидуете со своими маленькими мечиками. Конечно, да. И обязательно сделайте фотографию сзади, чтобы было видно, что здесь фаерблеев нету. Ни на респе, нигде, что они съебали. Ну чё? Сейчас они пошли на форум срать. Да, я тут самый маленький, если не считать этих кошаков тут всяких. Всё-таки зерк на зерк они проиграли. Кажется, я уснул, как медведя. Все закончили, на, ещё ты хотел сказать. Все собрались.
знаю. Блин, я даже, я вообще ничего не скажу. Юзи, молчи, я не знаю, сказать, что он хотел. Легендарий, ты фоткаешь? Уже 2 минуты посидели. Да. Давай, легендарий. Ну чё, давайте теперь все нажмем эмоцию, чтоб такие... Сейчас, секунду, а какую эмоцию будем взять? 12, блин, какая там она? Сообщество, наверное, и... 1, наверное, Z. 1-3. Стойте, дайте, куда сесть, куда встать. 1-3? Шутка, что ли? Не. Куда встать, куда встать? Мне нравится 1-2-2. О! Не обижали, всё, нахрен! Ты чё так? Вообще нормально так, да? Всё, упали. Всё, пацаны, давай, люби их. Давай. Пришли толпой, значит? Да, молодцы. Они с второй стороны, кажется, обошли. Да, бежали. Лони. Они сразу сверху убегайте в сторону, чтобы огненно. Силы перевесить. СС-у. Пацаны, как крутится, сразу в этот сверху убегайте в сторону. Чтобы нарезки мы не скапливались. Они должны скапливаться нарезки, а не мы. Да-да-да. Вы скрины делаете, когда за месяца? Что-то передали, едете вы уже сейчас. Буквально швабка. А радали, вот это кто, друзей, что ли, они позвали? Да. Мы пришли в Гильдо, они не передали подвале. Не, ну они подумали, что типа у нас друзья там фэри эти. Даже там были. Кот, ну не трудно никого не знаю. Фэри, это значит, мы фэри деремся. Нет, там что-то написали, то что фэри пришли, там еще кто-то пришел. Типа надо помнить дружки. Че, мы их выдавить не можем, что ли, или что? А? Мы нам. Мне типа почему не спать. Делай. У нас там в центре, они стоят, они из центра нас выбили. Нарезку как-то не скапывают. Я иногда получается так, что трое подмало. Блин. Я даже могу надаваться, потому что у меня пока прожжусь, они меня успеют бить. Убьют меня. Блядство. Зараза, толпой забили меня, гасит. Да мне тоже, меня тупо одни алерты выносили, 5 человек. Вообще с тобой хвост вытащил. А все тебе помогают. Так и в том круге, сейчас ты рейду тащит, реально тащит. Если бы не рейду, было бы все нормально. Честно? Я вот сейчас смотрю, ни одного реда. Короче, у них секирщики. Вот, 5 человек бегают. Секирщики, короче, у них. Там и самые сильные от редов пришли, просто лай и так далее. Ребята самые. Блять, мы что, отрезку их отбить не можем, не понимаю. Где все наши, да, не могу вообще. Я хуй знаю, что. Одни красные. Да все, конечно. Одни красные, блять, реально. Просто грузятся долго. Мы дохнем по одному, потому что. Давай опять сдаемся по-другому, а не варим. Вон, Син просто стоит, ничего не делает, Пипита стоит, ничего не делает. Ну и что это за хуйня? По-моему, их уже чуть больше, чем... Так там уже другой план. Да, они не добили. Там их недобитых много очень. Ребят, кто сильно добивается, там просто этих недобитков. Они очень много бегают недобитков, а мне как-то... У меня в основном все на меня накидываются, как я бесаюсь. Вот пробуйте, пока они нет. Бля, я понял, да даже срез по толкам уйти не могу. Я на тройку лестницы все выросли, потом переоденемся все толпой. Мы очень долго погружались, я просто не успеваю. Это... Сейчас... Надо, короче, так же сделать, как они. Что они делают? Ну, перед разговариваться, я начну толпой нормально. Что будет? Они сразу копочки сразу, или все на него дофигачат? Я сейчас висела вот тут все время, что наложила. Короче, они кучу целую собирают. Вот, блядь, давайте мы хоть кучу сейчас соберемся, не было. Мы живы вроде. Да, слышь, мы вроде выбили. Меня пришли сами. Сами, почему? Ну, блядь, блядь. А, то есть это типа они так нормально, да? Нас покрошили, типа они выгнали и свалили. Да, скринили, видео сняли и все. Ага.
Вот это да, я где остались. Че, рыдали-то бегут? В город бегут, они может в городе? Они в городе. Вот они потом все вместе выйдут. Ну как всегда. Значит, надо быть готовым, смотреть по сторонам. Так как хочешь, не стойте. Отходите от них. Понятно? Вот правда, вы сейчас... Когда действие на вас кидается, просто вот в первую секунду вышли из стана, все, отпрыгнули. Они все вкачаны на руки, конечно, вы знаете, что он делает. Если никто не знает, на месте стоишь, ты не можешь двигаться. Вот отбежали от них и все. Они будут на месте двигаться, а будут убивать, как они там крутятся. А так как они влазят, они там будут крутиться очень долго на месте. Скорее всего, они просто все покрутятся на высшей ступени. Ну, давайте этот фаерплей, залезайте в вас. Они сейчас опять такой же толпой все зайдут, выйдут на другом канале и придут сюда. Надо чуть дальше. Это не канал менять, они просто на соседние ТП, скорее всего, телепортируются и все. Потом прибегают и вносят. Давай, кто? Вообще на Широде, у него так и надо. Что делаем-то, ребят? Пацаны, они сейчас придут также на середину сюда. Надо им устроить засаду. Здесь, в центре, не скапливайтесь. Они придут сюда толпой. Вот это место окружайте. Они сейчас выйдут из города. Они сейчас выйдут из города, появятся. Да они не из города прилетели, с другого телепорта, где Скорпион ведет. Я согласен, да. Это просто нубасы абсолютные, которые тупо зерком что-то могут, они вообще никчемные. Из-за этого они проигрывают в итоге. Просто убивают, потому что у нас, в принципе, люди, ну чисто вот так по скилу, там только реды сравняются. На реды там 5 человек. У них-то все пиратов. У редов-то тоже 3 человека нормально. Там Ваня, кто он? Он больше ПВЕ играл. Ребят, давайте не скапливаемся, отходим. Не более того. На середине не скапливайтесь, пара человек на резке и все. Они наши позиции. А лучше на месте где-то в разные стороны разбегитесь, чтобы так было. Да. Нельзя было стремиться. Нас тупо запутали. Да вы уже сильно разбежались, вы чё? Появились и просто мы все сразу легли. Да. Мы все принимали инициативу. Короче, я ушел. Вот от него, Оливер. Ага. У нас, кстати, еще мистер Пикин стоит как не участвует, помогает. Фаерплей убегает, смотри. Ну бегите все за ним, как это фаерплей. Чай, бегал, не как я бегу за ним. Успел бы. Побежал, сука. Фаерплей, вон, куда бежит, куда. А, вообще переоделся, а это даже не он, никуда. Только не стойте, старайтесь двигаться сейчас. Двигайтесь, нельзя, чтобы вы, блядь. Да встали. Я даже не подойду. Не знаю, а танцевать можно? Нет. Нет, ну, бля, я вижу, что они нас тупо появились же на нашем канале, и все. Ну да. Пока мы фоткали стояли. Они сбоку прибежали. Да? Да. Может, надо поставить разведку? Да. Если на канале, то там не все просто пробегут. Вот знаете, просто ради интереса я пробегусь до следующего ТП. Ну, переоденусь, конечно. А, так они со скалы, скорее всего, спрыгнули. Да, вы мне 3 раза говорили. Какой скалы? Да, на соседнем ТП. Да не, походу здесь... Слишком много. Здесь их или нету, или они... Либо они сейчас вернутся, либо они... Да, все, они ушли, они там фракционки надели, улетали, я видел. Да? Что такое тут? Я тут. Походил. Как? Ну и... Да, что их звать? Пошли нахуй, подсос. Запились нет расового чата. Че, может? 12-12? Есть фракционный чат. 16-16. 6-6. Давайте хитро. 10-10. Так. Че, главное замет. Всегда. Главное, они просто для себя сделали. Они сняли видео, как нас месяц, и все. Тут стоим. Ну да, они просто делают. Они сняли видео, вот это вот, когда они. Вырываются в наш толпу, пока мы фоткаемся, раскидывают нас там крутилками-вертелками и все.
Бля, вы начинаете, вы сейчас не вовремя на самом деле эту хуйню продали. Да ладно, тише, короче. Пацаны, короче. Красотка. Я хотел Тараса нагнуть, а вы? Еще добили, бля. Начинается, блядь. Хватит уже свои. Я сейчас чем. Ну походу, короче, тут будет сейчас борьба видео. Вы выложили такую вокруг байки. Вы уже подпустились, когда мы были не готовы. Я им скинул видео. Смотри, тут кто-то не знает. Он прикалывается, скажи. Мочи козла. Какой ты на туре, блядь? Приходит. Он попадался. А чё за хаторик, а? По-моему, вы его растрепали жестко. Да, конечно. Спасибо, я ровно. Какое? Маркелов, ты такой? Я знаю, что я вас. А кто там с ними, кто сказал, что ты не переписываешься сейчас? Пацаны, просто мы здесь тратим фиолетовые бутылки, большой эликсир. Просто не хочется тратить на зарубы между друг другом. Да вы модные, я и без них. Нет таких эликсирчиков. А мы потому что все мелкие, без смоток и без зарубы. Блять, меня это Хатори, сука. Троих положил. Ну меня... Бля, я вообще-то... Давай я тебя один на один возьму. Кто? Кто это сказал? Кто это сказал? Все, ты не жилет. Ну че вы двое на одного? Почему охренели? Остынь! Ай! По-моему, я на Хатори пришел. Я помню, что ты видишь, был Тейс. Давай, Остынь. Так я видел, что он... Блядь, сори. Кто такой Хатори? Да заебали. Че, один на один, слышь? Артемий, я вас вызываю на дуэльку. Я бросаю эту девчонку тебе обратно. Марфелло, Марфелло, блин. Слышь, Марфелло, Марфелло, давай. А куда ты полетел? Нет, посмотрю сейчас. Пошли, отойдем. Пошли, отойдем. Да я ватный, блядь, не хочешь. Чёрт, да? Ну да, давай. Начинаем. Поехали. Вот раз ты где? Я уже думал, переоделся из твоей тачки. Давай позади. Надо всех подвесимся. Ну пошли, отойдем, хотя поймем. Хатори! Ща. Стрейки раскидает. Опять же вдвоем. Блин, а ты же фига, я тебя один бил. Ты не один бил. А в конце уже ты начал бить. Что? Ну, ты тут думаешь? Слушай, я вообще по дому стоял, ничего не делал. Ладно, ребят, тут, конечно, было весело, но давайте разберемся.